Самозарядный пистолет ТТ Тульский Токарева, образца 1930 года, характеризуется большой силой и точностью стрельбы. Пистолет ТТ с открытым затвором. Автоматика этого оружия основана на коротком ходе назад сцепленных ствола и затвора. При движении затвора назад взводится курок. Для извлечения магазина необходимо нажать на кнопку защелки магазина. Это делается вот так. Магазин извлекается. Отверстия в магазине предназначены для контроля за наличием патрона в магазине. Так снаряжается магазин. Патроны поочередно с усилием нажимаются верхний на нижний и вставляются под загибы магазина. Всего в магазин помещается 8 патронов. Этот же магазин, вид справа. Снаряженный магазин вставляется в рукоятку пистолета. При открытом затворе в выводном окне кожуха затвора виден патрон, который зафиксирован загибами магазина. При движении затвора вперед патрон выталкивается из-под загибов магазина и подается в патронник. При спуске курка происходит выстрел. Под действием отдачи подвижные части отходят назад, выбрасывается стрельная гильза, взводится курок. Потом цикл перезаряжания оружия повторяется. Стрельба и перезарядка происходит в самозарядном автоматическом режиме до отстрела последнего патрона. Затем кожух-затвор становится в заднем крайнем положении. Это сигнал для стреляющего. В пистолете патронов больше нет. Если магазин пистолета пуст, при отведении затвора назад он становится на затворную задержку. Обозначается указкой. Чтобы снять затвор с затворной задержки, затворная задержка опускается вниз. Обычно это делается движением большого пальца правой или левой руки. Для постановки пистолета ТТ на предохранитель чуть-чуть взводится и отпускается курок. Это называется поставить курок на предварительный или предохранительный взвод. На спуск при этом нажать невозможно. Затвор открыть невозможно. Пистолет заблокирован полностью.
Чтобы снять пистолет с предохранителя, необходимо чуть-чуть взвести курок, нажать на спуск и осторожно курок отпустить. Или же просто взвести курок, после чего можно открыть затвор. Обратите внимание на выводное окно кожуха затвора. При движении затвора назад, вместе с ним немного движется и патронник, который затем уходит вниз. При этом ствол расцепляется с кожухом затвором. Совместное движение сцепленных ствола и затвора необходимо, иначе длинная патронная гильза при выстреле разорвется пополам и половина ее останется в патроннике. Для разборки пистолета необходимо сдвинуть назад пружину затворной задержки. Затем утопить ось затворной задержки. После чего с другой стороны пистолета затворная задержка вынимается от пистолета наружу. После отсоединения затворной задержки подвижные части затвор вместе со стволом отсоединяется движением вперед к стволу, при этом придерживается возвратная пружина. При отсоединении возвратной пружины ее обязательно надо придерживать. После чего поворачивается настольная муфта на 180 градусов и отделяется. Вы видите подвижные части, ствол и затвор в сцепленном состоянии. Если в перевернутом положении затвора ствол немножко приподнять, он расцепляется с затвором и движется относительно затвора. Для отсоединения ствола необходимо опустить серьгу-шарнир, после чего патронник немножко приподнимается, затвор расцепляется со стволом, ствол извлекается из кожуха затвора движением вперед. Отсоединенный пистолетный ствол. Для наглядности вставляется боевой патрон. Внутри полости кожуха затвора, возле выводного окна, можно увидеть специальные выточки, с которыми контактируют боевые выступы ствола. Сейчас видны боевые выточки и выступы ствола и затвора, поставленные относительно друг друга. Этой геометрии ствол и затвор сцеплены при выстреле. Ударно-спусковой механизм смонтирован на одной колодке, отсоединяется легко и просто. Ударно-спусковой механизм, вид слева.
Тот же механизм, вид справа. Рамка, корпус пистолета, щечками рукоятки. Для отсоединения левой щечки рукоятки, кулису щечки рукоятки подать влево. Левую щечку рукоятки отделить. Для отсоединения правой щечки рукоятки, кулису подать против часовой стрелки. Пистолет ТТ в ракурсах слева. И сзади. Патроны к пистолету ТТ. В центре распил патрона с простой пулей со свинцовым сердечником. Справа распил патрона с пулей, имеющей стальной сердечник. Заряжай. Курок. Затвор. Огонь. Огонь.